49-й раз и по традиции в том же зале. Юношеский турнир по греко-римской борьбе в Новоалтайске стал началом многих чемпионских карьер. Вот, например, Юрий Гудочкин, что в центре, здесь прошел путь от борца-юниора до главного судьи соревнований. Эти состязания – одни из старейших в Сибири. Уже уходят из жизни те, кто еще в 70-х все начинал. За несколько недель до начала турнира умер один из его создателей – Евгений Дубовцев. Вот он буквально две недели назад болел сильно. До этого он постоянно посещал наш турнир как почетный гость. Он всегда присутствовал. Но время берет свое, люди уходят. Теперь соревнования организует администрация Новоалтайска и спортивный клуб «Чемпион». Этот турнир может похвастать не только историей, но и статусом. В гостях министр спорта края Алексей Перфильев, депутат Государственной думы Александр Прокопьев. Благодаря ему в Новоалтайск смогли приехать и настоящие олимпийские звезды. Все говорит о том, что не последнюю ставку в краевом спорте делают именно на греко-римскую борьбу. Безусловно, это сплав физической силы и интеллекта. И, как сказал наш легендарный сибиряк, наш с вами друг Александр Карелин, греко-римская борьба – это те же самые шахматы, только фигуры побольше. Поэтому передвигайте эти фигуры с умом. Александр Прокопьев вручил спортсменам и тренерам благодарственные письма, подарил детям новую форму, а почти часовой мастер-класс провели чемпионы Олимпийских игр Алексей Мишин, Нацакан Искандарян и обладатель Кубка мира Андрей Черепахин. И приемом учили, и тактики, и глобальные проблемы классической борьбы успели поднять. В последнее время у нас учат только толкать, учат там один балл взять, и это плохо. Когда я выигрывал чемпионата мира, Европа под руководством Искандаряна, да, столько приемов показывали, да, мы что-то улавливали и мы бросали. А сейчас в последнее время немножко борьба стала вот как на сумо похожа. Выталкивание за ковер, и поэтому, возможно, зрелищность пропала. Возвращать в спорт зрелищность, понятное дело, придется этим ребятам. Ты победитель предыдущих соревнований, правильно понимаю? Ну, этого турнира данного я 4 раза его выигрывал уже. Ты 4 раза выигрывал турнир? Этот турнир, да. Руслан Наврузов победил и в этот раз. Из 11 золотых медалей в разных весовых категориях 4 забрали новоалтайцы. По результатам этого турнира они выступили успешнее, чем юноши из Новосибирска, Норильска, Томска, Хакасии и Республики Алтай. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости.